Известный визажист Гуар как-то посчитала, что за все время попыток похудеть суммарно сбросила 180 кг. Но, к сожалению, звезда бьюти-блогов поняла, что без помощи врача в ее случае не обойтись. В итоге, после рождения сына Гаспара, в декабре 2020 года Гуар решилась на пластическую операцию, в результате которой она стала легче почти на 50 кг. Недавно визажист вспомнила, каким было ее тело до похудения. Для наглядности она разместила фото в похожих нарядах. «Я в вечернем платье пару лет назад», – подписала кадр очаровательная армяночка. А по другим фото заметила. Все равно была милашкой. Ну а это снимок уже сегодняшнего дня. В комментариях отмечают, что Гуар сделала все правильно. Ведь лишний вес не только портит самооценку, но и сокращает срок жизни, так как внутренним органам с годами становится все сложнее обслуживать тело большой массы. Кстати, сейчас Гуар готовится к новой операции. В результате резкого похудения у нее появилась новая проблема – обвисла кожа. И вот теперь, когда с момента операции прошло более чем полгода, визажист отметила, что совсем скоро ей предстоит еще одна операция. «Мне уберут висячую кожу на руках и бедрах», – радуется Гуар и публикует селфи с хирургом,